Участники военно-патриотического клуба «Зубр» в сопровождении работников Брестского областного МЧС приехали повторить пройденное и научиться чему-то новому на спасательную станцию Грибного канала. Главная задача мероприятия – популяризация профессии спасатель. Сегодня на спасательной Брестской станции Грибной канал организовано занятие, в ходе которого воспитанники этого клуба ознакомятся с деятельностью спасательной станции, ее функциями, оборудованием и снаряжением, которые находятся на вооружении спасательной станции, с работой непосредственно спасателей на воде. И, соответственно, им покажут, как правильно пользоваться средствами спасения на воде для оказания помощи терпящим на водах, и, соответственно, они практически самостоятельно попробуют это все в деле. Оказание первой медицинской помощи сможет спасти жизнь человеку. Если случилось непредвиденное, вытащив пострадавшего из воды без сознания, нужно очистить ему полость рта от посторонних предметов, освободить дыхательные пути и сделать искусственное дыхание. Не следует оставаться в стороне, если стали очевидцем трагедии. А медсестра Брестской областной организации «Освод» Ирина Масюк напомнила необходимые правила ребятам, и они закрепили теорию на практике. Если вдох не получается, и кто-то один, самое главное – качать сердце, потому что в то время, когда вы качаете, этот кислород еще по сосудам, он все равно обогащает мозг. Ребята на мероприятии услышали много важного, попробовали сами закинуть спасательный круг, ознакомились с деятельностью и оборудованиями спасательной станции и сделали вывод, что нужно распространять и учить других необходимым правилам, чтобы сначала предотвратить беду, а если все-таки случится чрезвычайная ситуация, применить знания, полученные здесь, на практике и спасти жизнь нуждающемуся. Мы проходили практику по спасению человека, если он утонул, а также мы сейчас проходим практику по закидыванию спасательных принадлежностей в воду, если человек не может сам выплыть. Я считаю, каждый человек должен уметь спасти тонущего, нуждающегося в помощи человека, и потом учить других людей. О важности правильного спасения и оказания первой помощи должен знать каждый. Незнание и небрежность приводят к гибели людей. Соблюдайте правила и не подвергайте жизнь риску. Будьте осторожны на воде и возле нее. Ваша жизнь в ваших руках. Полина Рацевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.